сижу в интернете, что-то там пост публикую, Жорик у меня в кармане. Гляньте, что тут происходит. Смотрите. Смотрите, что они сделали. Жорик, ты меня специально отвлекал, чтобы они калош порвали мне? А? Спускайся с меня давай. Ах, вы засранцы. Да, что сделали? Оторвали все-таки. Стич. Боня, нормально это? Стич, такой милый. Или ты прикидывался милым? Откусил. Откусил, зараза. Ну, нормальный ты, а? И все, управился, пошел. Андрюшка прислал теперь с мамой обниматься, Зорика сменить. Сменить Зорика, да я почелую тебя. Быстро, давай почелую тебя. Давай. Бонь, ты-то че? Облезыши. Зубы облезлые, видите? Мама вам быстро колтуны пощипает. Пощипает вам колтуны всем. Стичулька. А Стичулька без колтунов. Зачем калошу порвал маме? Ты зачем маме порвал калошу? А? Ах, ты кусака, что ли? Ты кусака? Ой, кусака, что ли? Ты кусака, что ли? Кусака, кусака. Ой, кусака, Стичуня, кусака. Кусака. Ой, Стичка, кусака. Ай, да больно же, лакост. Стич, аккуратно, ему ж больно без одежды. Ня. Ня, мой сладкий, орех тебе насла. Да что с эти колеса покоя не дают? А ну-ка, иди ко мне. А ну-ка, иди ко мне. Быстро давай, почелую. Мама козяла? Все, пацаны по спорту пошли. Ну, балеринка вот эта моя. Вот эта балеринка моя, балеринка. Кого ты там увидал? Юлю там увидал. Люлю увидал, да? Ты щелочка моя вот эта. Ну-ка, лазись быстро, давай, будем с тобой кайфовать, балдеть с Андрюшкой будем. Кайфовать хочу, кайфовать. Да, Андрюшка, хочу кайфовать, хочу кайфовать. Ой, да неудобно, ты так упадешь сейчас. Ой, зайки, 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 зайки. Зайки, 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 зайки. Стич, ты что сегодня? Ты что сегодня в игривом настроении, да? Да-да. Да-да-да. Ай, да кто мне волосы дербанит, он пользуется случаем. Ты в игривом настроении? В игривом, да? Стичун. Ах ты, Стичун. Кстати, про Стича. Кто? Ну, многие знают, конечно, да, его историю. Стича нашли в пригороде Анапы, в поселок Суко. Всемирный детский центр «Смена» есть такой. Вот. И в ПВА, ну, местная группа, короче, выложили, ай, пост, что огромная крыса в детском лагере. Он реально был на крысу похож. Он был лысый. Да, был лысый Стич. Ну, такой смешной, у него тоже такая эта челюсть нижняя, видите, прям покороче чуть-чуть. Хотя Стич уже у меня очень давно, ну, дольше большинства. И не надо, Стич. И он был лысый совсем. Потом, спустя какое-то время, кстати, там же я забирала его сестру. Я ее Лила назвала, Лила и Стич. Вот. Но она очень была дикая. И она, короче, от меня потом свалила. Я ее уже почти вылечила. Но она так, как Алекс, короче, она потом по-любому обросла. Вот. И она сбежала. А Стича от нас палкой не выгонишь. Да, Стич? И вот, вылетели с козы, выходили. В ТикТоке и на Ютубе много видосов со Стичем. Так, кто там писал? Вот.
И, короче, туда мы его уже обратно не выпустили. Потому что непонятно, он дикий, не дикий, холосый, лучной малыш, не кусается. Ну, правда, в руки не дается он особо. Ай, ему не нравится, больно, Жорик ходит по мне. Ай, да ребро сломаешь, кабанчик. Вот. И так мы Стичика оставили себе. Себе оставили. Тогда была у меня только Нюша. Ай, Бади, Жорик, больно. Нюша, Бади была. Нос уже появился. Илюха, Нюша, Бади, нос. И вот Стич потом появился. Короче, Стич был 4-м енотом у меня. Пошел гулять. Гулять, посол, и ты иди. Топчется по мне. О, Степа, нифига себе. Ух ты. А это сотанный Бади. Бадюн, привет. А Бади появился у нас как? Позвонили. Здрасте, заберите енота. А то мы его на мусорку выставим вместе с клеткой. Короче, Бади был подростком еще. Бади был